бархатные листья, огромные цветы, семена, способные прорасти через 100 лет. Удивительное дело, в грязной илистой воде прорастает лотос дивный в первозданной красоте. Лотос орехоносный. Чтобы найти это растение, мы отправимся в жаркий Вьетнам. Вот только лотос – растение водное, а тут пустыня. На юге страны есть большие песчаные холмы. Называются они дюны. Здесь, посреди песков, есть небольшое озерцо. В нем лотос чувствует себя превосходно. Корни лотоса находятся в иле, а бархатные листья и цветы возвышаются над водой. Удивительные огромные цветы распускаются всего на пару дней. Скоро их лепестки завянут и опадут, но останутся коробочки, в которых будут зреть семена. Они похожи на маленькие орешки, поэтому растение называется лотос орехоносный. Когда семя вываливается из коробочки и опускается на дно, оно может пролежать там очень долго. Орешек напитывается водой и увеличивается в размерах почти в 2 раза. Твердая оболочка раскалывается, и росток стремительно тянется вверх. За первым листком появляется второй и третий. Вскоре вырастут корни. При помощи них растение закрепится на дне и будет добывать себе питательные вещества. Тем временем молодые листья на длинных черешках дотягиваются до поверхности. На дне остаются еще не проросшие семена. Они – основа выживания лотоса. Засуха может убить все растения, а орешки пролежат тут хоть 1000 лет. И когда вернется вода, прорастут, и среди песков снова будут цвести лотосы.